Всем здорово! Циркулярку вот такую товарищ Вован приобрел. Краун. Когда ты ее приобрел? Блять, ну уже как бы ей года полтора есть точно. Ну вот, что тут у нас написано? Циркулярная пила, модель ST1588-185, 1,5 киловатта, диск на 185, 5500 оборотов в минуту. Ну и остальные данные. Вы можете посмотреть, как в руке лежит. Да замечательно. Вообще, можно сказать, что тут он сделал, шикарно. Тут он сделал сразу, чтобы щиток не отодвигать, чтобы он сразу был открыт. Надоедливая херня. Да, ну у нас люди, как бы технику безопасности, это все для дураков. Блюдят. Да, блюдят. Тут у нас есть вылет пилы, потом наклон можно регулировать, угол реза. Вот эта тема мне нравится. Кнопку зажал и скручивай. Да, и откручивай, фиксируется вал. Ну, давай включи ее, что ли, в розетку, пожужжи немножко. Пожужжать? Да, потому что у меня зрители всегда просят, почему ты не включаешь? Прорезиненная рукоять. Да. Сейчас мы ее включим. Ну, провод беспонтовый на морозе, видишь, как он? Дубей. Да, это болезнь это такая. Это уже все, это беда. Вот, вот так берешь ее, вот так, вот так. Вот так вот. Кнопочка. Ага. Здесь, типа, безопасная. Нажал. Нормалек. Вот такой аппарат. Как бы вообще вот эта вот канитель никак не влияет на ее. Ты вообще скоростные качества. В общих чертах, в общих смыслах, как впечатление. Впечатление. Эмоции зашкаливают, да? Я не могу выразить свои впечатления простым языком. У меня постоянно какие-то ругательные слова. А, ну тогда не будем выражать твои впечатления. Нет, сейчас, я так понял, смотрят беременные женщины, возможно, может, преподаватели какие-то русского языка и литературы. Так что выражаться не буду. Но что могу сказать, лично мое мнение. Вещь довольно-таки неплохая. Как бы... Хуже я не видел. Ну, если не в промышленных масштабах, то вполне себе ничего. Да, пилить можно. Запросто пойдет. Ну, сколько ты ей пилил уже? Что ты пилил ей? Ну, вообще притащил, когда вот погреб разбирал здесь, вот барахло это все гнилое. На ура, конечно, гниль пилит, а ж только стружка летит. Вот эту вот канитель, кстати, я пилил ей. Да, вот эти нормально, вот досочки вполне. Для того, чтобы закрывать смотровую яму. Как бы даже ровно, косо. Срез нормальный, проблем никаких. Она не испытывает каких-то там... Не... Бывает такое, что ты ее, допустим, завел, там упер куда-то, она начала жевать там или еще что-нибудь, мычать. Угу. Нормально, без проблем. Вот ей вот это вот... Сколько? 1500 ватт. Тут диск на сколько у нее? Там так, написано было. Так, так, 185. 185. Вполне за глаза хватает. Ну, без дай проблем. Бог. То дай есть это бог. По бетону диском я тоже пилил вот этот вот, обрезал вот эту канитель. Ага. Пыли километр, ну идет она мягко, плавно, уверенно, проблем нет, короче. Все, можно пользоваться. В общем, вот такой вот обзорчик. Если какие-то еще будут замечания, наш... Нарекание, претензии. Да, обзиратель Вован обязательно обозрет еще что-нибудь. С ней видал, диск идет в подарок. О, да, вот в комплекте. Вот так вот. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся.